Ленинградская атомная электростанция имени Ленина. Ее коллектив дал обязательство, что к ленинскому юбилею общее количество сверхплановой электроэнергии, выработанной с начала пятилетки, составит около 3 миллиардов киловатт-часов. В канун Нового года досрочно введен в строй третий блок с проектной мощностью 1 000 000 киловатт. Бригада героя социалистического труда Алексея Козловского приступила к монтажу 4-го энергоблока. С его пуском ленинградская атомная станет крупнейшей в мире.